Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, ну что, поехали. Поиск противника. Не знаю, сегодня хотелось бы, конечно, 57-й ранг взять. Но я тебе скажу, даже больше, ребят. Жесть началась какая-то. Жесть началась, потому что мне такие противники достаются с такими картами, которых я таких карт и в помине даже еще не видел. Так, у разыгранных карт здесь есть шанс быть уничтожен 25%. Нет, нет. Так, карта стоит на один меньше. Блин, горелый. Ну, давай вот так вот сделаю, черт с ним. Ему здесь, конечно, везет, если здесь сейчас... А, электрик. Так, ну что, он будет разыгрывать всего лишь одну карту. Получается так. После четвертого хода все карты перемещаются на вот эту вот локацию. Ну да. Ну, я так понимаю, он, наверное, думал, что у него эта карта сгорит. Хотя... Волна. Он применил волну. Давай я сделаю... Вот так. Не, можно, конечно, рискнуть, друзья, вот сюда вот поставить кого-нибудь. Ну и что, он поставит их сейчас Ну окей, допустим. Вот так вот, да? Ну, он одну карту может только разыгрывать. Вот этот хмырь, ребята, особенно на венами, в последнее время он разыгрывается. Смерть. Последний ход. Последний ход. Если я сделаю, например, вот так вот, и... Он сдается. Он сдается, друзья. Он сдался. Да. Я, честно говоря, не на это рассчитывал. Хотя бы 4 балла взять, но никак уж не 2. Так, разыграйте карты стоимостью 5, разыграйте карты стоимостью 2. И еще там что-то надо было разыграть. Да. 2 балла. Фигня полная. Так, ваша сила здесь чего? А, передается другим, в другие локации. Nexus. Ну, Nexus он может поменять, в принципе. Угу. Вот так вот. Вытяните карты 3. После этого колода уничтожается. Да. Ну, смысл такой ставить, ребят. Ну, давай поставлю. Чё? Толку от нее ноль. Теперь она уже так же, как и от Накия, тоже толку нету никакого, не будет, ребят. Ну, там со своими перемещениями. Ладно, пускай перемещает.
Ну, давай сделать так. А в мою руку добавляет копию. Вот так вот, да, значит, еще. Что значит? Что значит? Давай смотреть. Так, Стрэнджи. Ваша сила здесь передается в другие локации, да? Что он сюда поставит? Хеллбастера? Угу. И последний ход. Но у меня только такой вариант, друзья. Других нету. Ну и куда ты его переместишь? Никуда. Никуда. Ну что, ребят, победили мы здесь. Опять же, благодаря только лишь тому, что у нас, у меня точнее, да и у него, в принципе, тоже сгорела колода. Осталось только то, что было в руке. А ты видел, да, что у меня была девочка, которая, естественно, приумножила мои карты. Moon Girl. То есть, ну как бы хорошо тут вышло все у нас. В отличие от нашего оппонента. Да, двигаемся дальше. Надеюсь, сегодня отыграем. Почему-то когда на мобиле играю, ребят, ну, намного хуже все у меня выпадает, все получается. Дэдпул, кстати, да. У этих ассасинов, кто играет на сбросах, на этом, блин, как он меня Дэдпул достает. Так, у каждого края здесь может быть только одна карта, я понял. Сюда не ставим ничего, значит, пока. Здесь нельзя разыгрывать карты, зашибись. 1, 2 и 3. Шоквейв. Так, заменяет обе колоды на случайные карты. А вот это кто такой? При раскрытии копирует все сыгранные противник карты на этом ходу. Так, на локации справа от этой, но, не на вашу сторону. А на чью? Патриот. Кто это? Мистик? Так, пятая карта, да? Угу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А что он делает? Постоянно плюс 2 к силе за каждую карту в колоде противника. Это же последний ход, да?
Только такой вариант у меня остается, друзья. Ультрон. Да пошел ты, знаешь куда, блин. Ну, ребят, ну че, ну что это? Сколько хрена, блин? Почему он получил плюс 5-то, я не пойму. Плюс 2 к силе. Ну, 2 к силе он получает. А, ну правильно, этот к силе дает, и этот к силе. Без способности. У него карта без способности, ребят. То есть это надо еще постараться, чтобы Ультрон тебе выпал в руки. Понимаешь? То есть он мог бы и не выпасть, но он ему выпал. Так, давай здесь заберем, что у нас тут. 300 кредитов, шикарно. 50 золотишко. Так, мы, значит, можем что-нибудь прокачать. Давай выберем какую-нибудь карту. Какую тут только выбрать карту, а? Что у нас там? Акои можно прокачать, да? Ну, давай Акои возьмем. Угу, блестящий логотип. Плюс 6 баллов. 6 баллов это нам как раз до тайника коллекционеров. 50 кредитов, а здесь 150 золота. Не самый лучший вариант. Так, плюс еще 4. Угу, анимированный. Так, это у нас получается, мы берем еще 10 бустеров. На кого? На Дебри. Ясно. Так, еще что-то. Наверное, Дебри хочет прокачаться, да? Или кто? Или Наки? Не, наверное, Дебри все-таки. Ну да. Ну, здесь плюс один просто-напросто. Плюс один. Так, и у нас еще вот здесь вот сезонный пропуск. Нет, ты мне открой сезонный пропуск, и я заберу бесплатно. Всего-то 50 кредитов, да вы издеваетесь. Просто издеваетесь надо мной. 50 каких-то вшивых, ребят, кредитов дали. Дракил. Мне удалось пережить Таноса. Хиранаса тебе удалось пережить. Разыгранные здесь карты будут... Ага, не будут раскрываться до конца. Ладно, хрен с ним. У меня опять же второго хода нет. Что-то агент мне вообще, ребята, у меня в колоде есть агент-то? Давно он мне не выпадал. Может, я его нечаянно убрал? Да забыл про это. Так, Sunspot. Плюс 2 к силе карт, ага, в руках. Я ничего не могу сделать, так что пропускаем тупо. Так, здесь нельзя разыгрывать карты. Давай сделаем так. Кто? Электро. Ну, электро так электро у тебя. Который 4, 5 или 6. Нельзя разыгрывать карты эти, да? Но мы же можем разыграть Акои, получается, и вот это. Вижен. Почему он 9-то? Эту карту можно перемещать. А, эту карту. А почему 9-то? А, плюс 9. Постоянно карта в вашей руке стоит на один меньше, но не менее одного. Это при раскрытии? Нет, постоянно. Ну ладно.
Так, я не знаю, что он тут хочет сделать. Ну, понятно, короче, ребят. Вот с такими картами фигли не играет, ребята. Дум, Херум. У меня нету, понимаешь? Нет таких игр. Ой, игр, блин. Таких карт. Поэтому я ничего здесь сделать не смогу. У меня стандартная, обычная колода. Можно, конечно, сыграть еще на ассасинах, но... в данный момент она не рулит. У меня нету ни Венома, ни Дэдпула. Никого нет, одним словом, кто мне нужен для стандарта. Так, включается в одну из других локаций. Ну, понятно, давай. Так, Эйсмен. Так, а ты что делаешь? При раскрытии на следующем ходу вы получаете одну энергию. После шестого хода все карты здесь случайным образом перемещаются на новую локацию. Давай сделаю вот так вот. Угу. При перемещении сюда карты уничтожаются. Давай сделаем так. Да мне вот то, что он сейчас делает, это понятно все, ребят. Лишь бы у него не был Веном. Ну, блин, ну этот, ну ты трындец просто, ребят. Вот что сейчас вот тут у него будет? Ага, вот как. Вот, значит, как, да? Аэро. Сфигали, блин. Что происходит? Я не могу понять. Сейчас надо все. А, при перемещении сюда карта уничтожается. Ё-моё. Как быть? Блин, там проигрываю, и тут проигрываю. Я отступлю, ребят. Да ну, блин, нифига не получается. Было бы у меня хотя бы... еще одна карта, можно было бы побороться за две линии. А тут... никак, пускай ему достается 1 балл. Лучше я 1 балл отдам, чем с фейлю 4 балла. И вот такая вот трешка идет, ребята, в последнее время очень жестко. То есть уже не до расслабона. Расслабона тут вообще нету. Тут, чтобы получить ранг, приходится очень жестко побороться за него. Так, ну а кое есть, да? Есть первый, второй ход есть. Так, получите. И на чем? Ага, вот это, кстати, хорошо, ребят. Вот это хорошо. Чего это? При раскрытии уничтожают все другие... Дай прочитать-то, ёп! Уничтожают все другие локации, если это единственная ваша карта здесь. Так, какое?
Берете две карты. Да куда еще две карты твою налево? Берете две карты, блин. Куда мне их солить, что ли, две карты эти? Электро. Опять на своих думах будет, что ли, я не пойму. Вот эту мы с тобой карту потом когда поставим, я думаю, мы перебьем ему желание. Я надеюсь на это. Песочный утырик. Утырок. Давай так вот сделаем. Дай-ка я, наверное, повышусь. Угу. Хорошо. Так, и последний ход. Сейчас сделаю, наверное, вот так вот. Ну что там, кого хочет поставить-то? Интересно мне знать. И все? Ну, понятно. Так, ладно, выиграли. 4 балла мы отыграли. 1 балл проиграли в прошлом ходу, да, на прошлом ходу. И 4 балла получили. То есть 3 очка у нас пошло в плюсе. Так, разыграли карты. Забираем задание. 1200, ооо. 59 ранг. А еще какое-то задание там у нас осталось. Разыграть карты стоимостью 2. Ну это Акоя у нас. Кто еще у нас по двоечке идет? По-моему, больше никого. У нас только Акоя. Остальные там по единичке и троечке. Круто, круто, круто. Ти-Джей. Понятно, теряет одну силу. Давай тогда сюда поставим. Йотунхейм. Интересно, кто у него тут? Что это? Если эта карта перемещается, ее сила удваивается. Которые стоят 4, 5 или 6. Здесь нельзя будет разыгрывать карты эти. Поэтому нам надо будет поставить, наверное, мастера фантастика. Или же волчицу. Но волчица получает плюс 1, да? Не, плюс 2 к силе. То есть получается у нее 3-3 будет. Берете две карты. Давай сделаем так. Угу, хорошо. Ну, не забывай, что он будет, сможет их, наверное, перемещать все-таки. Скорее всего. Вот как он сделал, да? Так, интересно, он кого будет перемещать-то? Сюда лучше нам не ставить. Сделать, наверное, лучше. Блин, я не могу их разыграть. Этого разыграть я точно не могу. Я сделаю, наверное, вот так вот. Его дело. Так, 8. Так, это возвращается сюда. Стрэндж. Что он там делает? Перемещает сюда, да, кого-то?
Ага. Так, 10. У него, наверное, Vision будет еще, ребят. Скорее всего. Мне кажется, он сюда кого-то поставит. Давай возьмем троечку тогда и... волчицу. Или сюда лучше поставить. Посмотрим. Кто там у него? Ауч. Ну, все равно, ребята, не прокатил фокус, как ты видишь. Буквально двух баллов мне не хватило. 4 очка опять отдал. Получил и отдал. Так, выполнили задание. Подожди, подожди, а какое задание я выполнил? Сезонным пропуске. Ну давай. Ты сокол. Ну, значит, сокола можно еще и прокачать. Ищем фалком этого. Новая рамка. Обычная, да? А, необычная. Чего мне необычного, я не вижу, ребят. Обычная рамка. Ничего в ней такого заурядного нету. Так, и еще что-то можно. И еще один. Да надо же, мы получаем с тобой тайник коллекционера. Так, 100 жетонов коллекционера. Слушай, а по поводу жетонов, сколько вообще у меня сейчас жетонов есть? Дай мне посмотреть, сколько жетонов у меня. 500. Даже заморачиваться, ребят, не буду. Вас побрать за 500 жетонов. Даже за 1000. Она 1000 стоит, да? У меня 500, по-моему. А она того не стоит. Как всегда. Как всегда, с рукой нифига не везет. Так, добавляю двух рапторов. Сюда нужен Тарзан. Ну, или как его там? Казар. Я ничего не могу сделать. Так, сюда надо срочно, знаешь, что ставить? Прям вот срочневски. Вот кого. И надеяться, что у меня откроется в первого. Да, обломался, короче, парень. Ну, извиняй, бывает такое. Гюсь. А что такое гюсь? Постоянно. Никто не может разыграть карты, которые стоят 4, 5, 6 в этой локации. Так, в симбион, да? Угу. Значит, 3 и 1 это будет 4. Давай сделаем так, фиг с ним. Ну. Но вообще зашибись, ребят, да? Такс. А чё он там, чему он там радуется, я не понимаю. Приоткрыть все... берет все карты, которые стоят 0 из вашей колоды. Зачем мне это надо? Ну, и чего?
Давай так поставлю. Фига он там наклепал. И кого он там выставил? Рина. Дальше. Так, 6. Все, ребят, уже сфейлился. Да откуда вот это дерьмо-то взял он, а? Подожди. 1, 3 и 6, 9. 20-то откуда здесь взялось? Ребята, он железного человека послал первым. Тебе ничего не кажется, что здесь что-то не то? 6, 7, плюс 3, 10. И этот умножает. Он его поставил раньше этих карт. Почему он, извини меня, приумножил их после того, как выставил? Это чит. Ребят, Iron Man, железный человек, если ты выставил его, а потом на эту локацию ложишь карты другие, он не приумножает. Почему здесь он приумножил? Это... Или он... Черт его знает. Не понимаю, ребят, если честно. Не совсем понимаю вообще. Поставил железного человека, потом все это приумножил. Да. Сколько? Я еще 4 балла потерял, да? Если выиграю карту, уничтожает ее. Да я не хочу, чтобы мне кто-то что-то тут уничтожал. Опять же, если ассасин, ему, блин, на сбросах ему повезет, ребят. Может сбрасывать карты. Бестия, блин. Возвращает остальные ваши карты в руку к вам. Ну и нафиг я его вернул. Ну, хотя на единичку меньше будет стоить. Ладно, фиг с ним. Электро. А мы же можем перемещать вот этого, да, сюда, если что. На крайний случай. На крайний случай. Давай сделаем так вот. Опять что-то знакомое, ребят. Это фигня начинается. Не кажется тебе? А вот мне кажется. Последний ход. Что делать козу? Постоянно все ваши карты будут... стоят на один... Блин, на один меньше стоят они. Ну, давай попробуем так сделать. Что, он там приумножать собирается что-то, да? Ну, конечно, друзья мои, ультронов этих вшивых своих добавляет. Да как ты заколебал-то, а? Как он заколебался? Я еще говорю, что-то знакомо, блин. Ребята, они как, знаешь, под копирку найдут какую-то колоду где-то, вот, знаешь, и начинают на нее играть.
Они ничего своего не придумают. Ультронов этих ставят, блин. Потом вот этот вот, который уничтожает карту с Веномом, ну, вам еще не попадалось, а мне вот, когда я на телефоне играл, на постой просто выпадает. С Веномом, там вообще не знаю, как играть. Так, может быть, одна карта. Как вообще там играть, без понятия. Он ставит Венома, а потом чувак, который сжирает одну карту и раскидывает ее на все локации. Это жестяк, конечно, начинается. Ну и что, он довольный, ну, поставил, ну и радуйся дальше. Так, добавляет так, в вашу копию, в руку, да? Давай, поехали. Кто там? На первом ходу вы увидите ход оппонента. Ага, ну вот. Увидите оппонента ход. Увидите оппонента ход. Угу. Давай так поставим. Так. Что там смотрит? Смотрит, куда я поставлю карту, а? Давай сюда поставим. Ну и что ты там задумался? Психоморе... Мариус, блин. Психомаразм. Так, Рина. Йонду. Так, последний ход, ребят, у нас. Давай сюда поставим. А этого, наверное, сюда. Сюда же он уже ничего не поставит, так ведь? Давай посмотрим. Да, победили. Победили мы здесь. 4 балла забираем. 53 ранг. А был на 55-м, ребят. Как низко пали, а? Вот этот моддог бесявый. А что, у меня все задания выполнены? Так, остается совсем немножко, ребята, и получим 4000. Не, наверное, я не буду пока ничего делать. А будем... А, не, вот, смотри, выполните все гла... Все задания 7 главы выполните. А больше нет никакого. Вот это, наверное, может быть задание, я не знаю. 500 кредитов. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.
Удачи вам.